Мы тоже решили узнать у красноярцев, от чего они испытывают стресс, и вот какие ответы получили. А что у вас, как у россиянина, вызывает стресс? Стресс? Ой, наверное, нестабильная обстановка в стране. Когда что-то происходит, например, как в Казани произошло, когда детей расстреляли. Заработная плата. ЖКХ, например, тоже достаточно болезненная проблема. Старость. Это которые идут против власти. Вот они меня раздражают. Меня раздражают однополые браки. Навальнята, которые все однополые браки. А вы не в курсе? Стабильности нет. Цены растут. Со здоровьем тоже непонятно, со здравоохранением. Вот. Войны, они повсюду. Они могут также у нас быть. Что у вас, как у россиян, вызывает стресс? Какие-то проблемы, может быть? Коррупция. Путин, а в моей жизни не разделена любовь. Пенсия маленькая. Это у вас вызывает стресс? Да, и ежемесячная. И коммунальные платежи. Мы все прям правду, да, сейчас говорим? Да, можно правду. Вот погода плохая. В принципе, ветрено, вот, переживаем из этого. А так, в принципе, все хорошо. Кушаем, живем. Бездомные собаки, да, у меня конкретно вызывают стресс, когда я иду мимо них. Я тут шла мимо бездомных собак с двух сторон, две стаи. Знаете, очень большой стресс вызывает. Уже на час тема. Обстановка в стране такая, что трудно сказать, что будет с трудовым рынком, что будет с пенсиями, что будет со страной в целом в данном случае. Все в одной фразе, что отсюда нет уверенности в завтрашнем дне.